Материальный ущерб мизерный, но при этом минус одна жизнь. В Минске на пожаре погиб человек. Минувшей ночью на 101 от соседей поступило сообщение о возгорании в квартире на 5-м этаже девятиэтажки дома по улице Голодеда. Прибывшие на место вызова спасатели в одной из комнат на полу обнаружили обгоревший труп матери хозяйки квартиры. Известно, что ей 88 лет, и она инвалид 2-й группы по опорно-двигательному аппарату. Огонь повредил интерьер и личные вещи. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра. Одна из версий трагедии – короткое замыкание электропроводки настольной лампы.